Всем привет! С вами Райнард и... Бестплей, всем привет! И сегодня вторая часть выживания в Майнкрафте с паразитами. Поехали! В прошлой серии мы нашли какой-то данж, спустились туда и облутали много чего-всего. Да. А потом... Зачем ты это поставил? Это мост. Это мост? Ну это да, это вроде мост. Ну так вот. Будь болкой. Ладно. А в той серии мы как раз нашли этот дом, положили весь наш лут, запустили кучу фейерверков. У нас было большое путешествие, мы нашли очень много классных имбовых вещей, но это было благодаря повезло-повезло. Ну а в этой серии мы попытаемся сделать шахту, заняться сельским хозяйством и также поохотиться на паразитов. Ну что, предлагаю сначала поспать, все-таки ночью на дворе. Понимаю. Пошли на охоту. Мне сначала надо покушать, у меня всего 4 хвата. Так. Да мне спать не дается, дайте поспать. Сзади. Все, давай быстрее, пока они не прибежали. Сова. Сова. А я думал, сова. Ура. Да. А, кровать слишком далеко. Понимаю. Так, я, короче, погнал добывать дерево, кое-что буду строить. Ты ебанушка. Так, ладно, у меня нет топора, но... Я, короче, буду копать шахту, но для начала мне нужно... У меня есть топор железный, нужен тебе? Мне сначала нужно сделать железную лопату, железную кирку, и все. Короче, нам нужны нитки. Нитки? В будущем нужны. Погнали облутаем тот дом. Я уже его облутал. Там был этот поборник, и я у него стырил изумруд. Что? Дайте, пожалуйста. Так, шалом, что? Ну, иди там, посмотри. Я его обчистил. Ты его обчистил? Да, я оттуда наковальню достал как раз таки. Так, вот, я его обчистил, тут ничего... забираем. Три жемчуга эндера, живая коса и два... Живая коса? О, шляпа. На 17 урона. Иди от меня. Страшно, очень страшно. Так, быстрей, 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 быстрей. Да блин! Я его уронил случайно. О! Был пацан и нет пацана! Ты что, издеваешься? Я думал, из-за того, что ты в броне, я тебя смог это самое. Хотя бы чуть-чуть совсем пробить. Прости, пожалуйста. Хорошо, пробил. Я ее, короче, спрячу в сундучке, чтобы ее никто не нашел. Короче, на боссов пойдем и так далее. Ее возьмем. А, ну да, это обязательно. Сейчас я ее спрячу от посторонних глаз. Не, мне лично не надо, я увижу это видео. А я это вырежу. Ой, блин, ты ее здесь увидишь. Так. А, блин, ты же мой ник видишь. Я тут только что хотел сказать. А, блин, сам поставил сундук, но не спрятал. У меня, короче, горит дерево. Поздравляю. А, очень интересно. Так, все, я начинаю. Я вижу крипера. Привет, зеленый. Мутузь его. Зеленый. Зеленый человек. Красиво рассыпается на всякое говно. Слушай, их можно пинать. Кстати, иди сюда. Чего? Ты не заметил? Ромашки вокруг расставлены. Это, короче, какой-то ритуал, да? Здесь 100% клад. Ищем. Нет, тут ничего нет, это просто декорация. И там тоже круг. Ну, это 100% декорация какая-нибудь. Тот самый сундук, который не нашел в Райнер. Да ёпрасы ты. Так, зараженная овца. О! Я это услышал? Тут выросла какая-то... Тут вырос какой-то живой кактус, и я его убил.
Я, короче, услышал звук колоколов. Это был, короче, живой кактус. Понимаю. Ну не кактус, это какое-то растение, типа оно заражает землю, и из нее вылазят паразиты. Так, ладно, я погнал строить. А я погнал копать, все, не мешайте. Типа я убил овцу, из нее выпало вот этот самый кактус. Ну не выпал, а заспавнился. Прям на моих глазах вырос. Все равно это будет... Ну? Сейчас я изменю какой голос. Сейчас, погоди. Вот. Повезло. У тебя так не получается. Я просто изменил голос в микрофон. Сейчас, погоди. Могу так говорить. Ладно, нормально. Это программа какая-то? Нет, это мой голос настоящий. А, ну вообще-то... Я тоже так умею. Опа. Я нашел данж, либо... Что-то похожее на данж. Ты сказал дранж. Какой дранж? Данж. Так, ладно, я добываю железо, хотя поэтому, да, господи, в пещере. Просто тут пещера и данж одновременно. И, по-моему, мы здесь были. Если я не ошибаюсь. Или ты ошибаешься? Мы здесь не были. Я только что... Я охерел просто. Я сам справлюсь. Я бессмертный. Короче, я выбил только что эндержемчуг из эндермена. Теперь 4. Короче... Я тут в каком-то в данже, в котором мы были в прошлой серии, где было куча спавнеров зомби. Мне напала орава бомжей, и я не знаю, что мне делать, как выбираться. Тэпнуть? Тэпнуть не надо, я хочу это зачистить. Вместе с тобой, так что сейчас я раскопаю немножечко. А, понимаешь, это данж в данже. Посмотри назад. А, понимаю. Ладно, давай зачистим этот хотя бы. Стой, ты книжные полки не берешь, понял? Бери, я тут зачищаю. Да я там ничего не взял, я только сейчас раскопал. Так, золото, пшено, гнилая кожа. Жора. Где Жора? Так они ж бомжи, их легко убить. Да, когда у меня пол хп теперь ровно. Давай, пошел. О, череп! Это очень редкий блок, я его забираю. Ладно, там что? Там тоже все замуровано. Тут все замуровано, все, пошли отсюда. А, стой. Я знаю, как отсюда выбраться. Пока. Спасибо. Я вообще вовремя, вообще. Ты в лаве горел? Ну я в лаву чуть-чуть себе задел. Ладно, я продолжаю копать. А я продолжаю строить. Так, нам нужно 2 сундука на блоки. Один сундук на всякую хрень по типу палок, ниток, кремний и так далее. Драгоценные материалы по типу уголь, железо. Я понял, у меня, короче, 5 пороха, 15 костей, 11 ниток. Это все в сундук с хламом. Ну, короче, сам будешь сортировать, потому что я в этом ничего не понимаю. Ну, если еще, можешь по желанию сделать сундук с едой. Это обязательно пищу, прикинь. О, ты построил загон для лошади. Ты не понимала? Круто. Я еще сделал. Так, все, я сделаю склад. Здесь мы будем складывать все блоки. Я даже таблички поставлю, чтобы ты не дезориентировался. А лучше рамки, чтобы класть на них предметы, и ты видел, куда кожа есть? Кожа где-то есть. Ты же знаешь, что кактус уничтожает предметы? Нет. Вот такой разрушительный кактус. Собрали. Все, я все рассортировал. Знаешь что? Почему я поставил наковальню возле наших кроватей?
чтобы кто-нибудь ковал что-нибудь и во время, когда мы спим, нас разбудить. Ёпарасоте. Посмотри назад. Вот и первая охота. Так, давай, снимай это, снимай. Я это убил. Хочу сделать так, чтобы можно было одновременно выпустить целый залп фейерверков. Не заправляй, пожалуйста. Я сейчас кое-что хочу сделать. Просто вот выйди из сервака, потом зайдешь. То же самое, зайдешь и все. Выйди просто из сервака. Ладно. Сейчас. Так. Ну давай, давай. Удиви меня. И... Ничего, дай не заменяй. То есть, не нажимай, не нажимай. Включи ночь, короче. Ладно. Так, ну, в общем, мы решили с Марком начать охотиться на паразитов. Конечно, шахту я прокопал не самую лучшую, но хоть что-то. Марк тут сделал какую-то супер-мега-пупер-мега-машину. Короче, ребят, смотрите, если... Когда у Райнарда будет 100 подписчиков, это будет юбилей, мы запустим вот эту машину. Я специально построил ради него. Пока что это будет сюрприз для Райнарда и для вас. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, и машина будет запущена. Крутая серия. Ой, крутое предложение бестплей. Мне очень нравится, спасибо. Я как-нибудь для тебя сделаю такой же сюрприз, но у меня пока что нет идей. Так что пошли охотиться на паразитов. Погнали. Начинается утро. Зомби. Ничего не предвещает беды. Кроме зомби. Короче, у меня есть тактика. Может, построю еще какой-нибудь домик, нет? Зачем? Не знаю. Ну, если только для носатых. А что, можно сюда привезти? Ну, можно для носатых. Обязательно это делать лучше в деревне, потому что так эффективнее будет. В общем, я знаю машину роддом. Типа, я знаю ферму жителей. Ну, я тоже знаю. Голем. Не-не-не, смотри, как надо. Нужно по периметру 3 на 3 блока поставить двери. Сейчас, у меня есть 30 дверей. Да это обязательно в деревне, но попробуй здесь. А, нет, прости, но надо делать по-другому, смотри. Так, вот такая должна быть конструкция, и обязательно должен быть сверху потолок из любых блоков. Сейчас сгоняю за деревом и построю потолок. Сейчас. И что должно ночью быть или как? Ну смотри, я тебе говорил то, что должны быть жители, но если повезет... Если я не прогадал, то жители должны... Как бы жители размножаются в зависимости от количества дверей в деревне. Ну, на будущих версиях сколько кровати, естественно. Ну так вот, столько дверей в деревне, столько жителей будет рождаться. Так что если у нас не получится здесь, то получится в деревне, 100%. Я это увидел в одном летсплее, и оно реально работало. Ферма жителей готова, но вряд ли она будет работать у нас. Но попробуем. Пытка не пытка. Это точно. Блин, я сказал пытка не пытка. Теперь ты понял, как рассортировать вещи? Я понял, где что лежит. Не потерялся вообще. Ничего себе, ты все поменял. Я такой. Порядок нужен везде. Где у нас железо? Железо вот в этом сундуке. Так, я сделаю рамки, тебе сложно, так что я сделаю рамки. У нас есть башка оленя. Куда? Вот так вот. Выглядит убого, но хотя бы что-то. Не выходи, пожалуйста, на улицу. Ладно.
Опять сюрприз какой-то. Все, я пошел. Полился. Так. Что за сюрприз? О, ты сделал ферму. Блин, ты крутой. Когда у нас появятся поводки, я хочу сделать виселицу. Помнишь, что я хотела? Рискнуть? Посмотри, насколько я наверху. Добрый день. Добрый день. А кто там за человек бегает? Это бабочка. Что ты делаешь? Ты виселицу делаешь? Я сделаю особую, короче, виселицу. Потом расскажу для чего. Отойди. Ты Дрим? Не получилось. Не фартануло. Посмотришь, короче, балкончик. А, балкончик сделал? Круто. Не двигайся. Вау, ты молодец. Ой, на нас напала арава, сейчас все зачищу. Веришь, да? Итак, эпичная битва. Пам-пам-пам-пам. Все зачищено. Зомби последний. Ребят, если вы сильно хотите продолжение, то давайте, если на этом видео наберется где-то 30 лайков, тогда выйдет новая серия. О, господи! Ой, а, блин! Меня в эту дырку! Стой. А, прыгай. Спасибо. Там твоих еще нет? Нет, я все забрал. Там еще бомжи идут. Да все, иди сюда, не зайди. Да все, последний остался. Выпусти меня! Выпусти меня! Хороший кадр. У меня только второй. Ну что, ребята? Наша серия подходит к концу. С вами был Райнард. И Бесплей. Водопад возле нашего дома, который постоянно шумит. Огород, в котором начинают идти первые всходы. Машина, которая будет ждать 100 подписчиков. Всем пока. Пока-пока.